недавних пор появилось само понятие виртуальной реальности. С годами менялось общее представление и дополнялось определениями AR, VR, MR, 360 и прочими. Hello, this is Rotary News, and here Татьяна Цвилая with you. Let me introduce Jyoti Prabowo from Rotary Club, Mataram, Yogyakarta, District 3410, Indonesia. Девчонки, на самом деле я умная, но живу как дура. 9-10 марта в Самаре авторский шоу-тренинг от лучшего знатока женских душ Павла Ракова. Un proyecto pionero que empleará también la tecnología blockchain para hacer públicos todos los datos de la cosecha con sensores digitales implantados en el viñedo y la información contable desde el precio de los corchos hasta los salarios a las ventas en India. Меня зовут Анна Кэтрин Зигель. Родилась 13 сентября 1892 года в Инсбруке. Я говорила медленно, по складам, все еще не веря в реальность происходящего. Дело можно закрыть и направить в суд хоть сейчас. Но следователь не спешит. Ха, должно быть, он хочет понять меня, выяснить побуждение, что послужило толчком к совершению этого чудовищного преступления, благодаря которому меня окрестили волчицей. Скорее всего, об этом городе вам как минимум напоминает фраза «Хьюстон, у нас проблема». Или на английском «Houston, we have a problem». Stay with us. Subscribe our channel, because sharing is caring. And join the multiplying of good deeds –